Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я проведу вам рум-тур по нашей... Нет. Это рум-тур по дому чела, имени которого никто не знает. То есть ты хочешь сказать, что ты ворвалась в мой дом и еще будешь делать рум-тур? Ну да, тебе что, жалко что ли? Итак, начнем с балкона. Тут у нас походу есть лестница на крышу, с которой я легко могу упасть, поэтому, пожалуй, спущусь вниз. Конечно же, здесь есть мягкие пуфики, на которых можно посидеть за столом и попить вкусного коктейля. Ну, слушайте, я думаю, никто же не заметит, да? Теперь мы с помощью двух шагов телепортируемся на кухню и начинаем исследовать руины. Тут у нас небольшой стол, на котором стоит микроволновка, кофеварка. Ой, сейчас я им тут все кофе залью, и меня челами, которого никто не знает, больше сюда не пустят. Рядом здесь стоит мусорка, и кажется, я уже знаю, что туда можно выкинуть. Себя! Опачки, здесь у нас холодильник, как раз хотела поесть. Да, не густо. Рядом висит полка, на которой лежат всякие кухонные принадлежности, чашки, вилки, ложки, тарелки и миксер. Рядом висит небольшой светильник и стоит вот такое огромное растение. Обеденный стол и, кажется, вот этот стульчик чела, имени которого никто не знает. Конечно же, часть кухни, на которой производят пищу, готовят еду и все такое. Блин, вот мне реально нравится их кухня, она просто сводит меня с ума. Еще это огромное окно, оно такое красивое. Оставим тут сюрпризик челу, имени которого никто не знает. Это типа был зловещий смех, да? Следующая комната очень важна, потому что это туалет. Давайте поиграем в мяч, который почему-то лежал в стиралке. Я кину его прямо в раковину. Ой-ой. А, ну ладно, с кем не бывает. Обязательно напишите в комментариях, если вы когда-то ходили к другу в гости и смывали его мяч в унитаз. Потому что я надеюсь, что я не одна такая. Вот такие здесь прекрасные полочки, на которых стоит всякая фигня для умывания и так далее. Кстати, зоны для умывания мне тоже очень нравятся. Кстати, смотрите, я походу нашла памперсы чела, имени которого никто не знает. Кажется, он мне о чем-то не договаривает. Следующая комната, это, я так понимаю, спальня родителей. И это что, люлька чела, имени которого никто не знает? Давайте чекнем, что у него здесь в шкафу лежит. О, как мило, это его игрушки. Скайлер, хватит чепуху нести, не мои это вещи. Можешь оправдываться сколько хочешь, я уже показываю твои бутылочки с молоком. Наверное, вкусно, да? Тут все такое милое, шторки, полка в виде домика, разноцветные фонарики. А вот эта штука, видимо, помогает ему засыпать. О, смотрите, он еще оказывается и музыкальная личность. Свэгги, 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 свэгги. Свэг, свэг, свэгги. Свэгги, 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 свэгги. Ну, давайте для приличия, что ли, посмотрим, какие у него тут игрушки есть. О, вот эта машинка прикольная. А вот еще одна. Скайлер, хватит перед телеком бегать, ты мне мешаешь. Брум, отстань, я в гонки играю. Сейчас будет столкновение, да я прям целый город построить могу. И он будет только в моей власти. О-ха-ха-ха! Тут у нас прямо около огромного прекрасного окна, прям как на кухне, стоит большая, мягкая, уютная кроватка. Блин, я хочу такое же окно. Дальше у нас идет зал, где стоит большой телевизор с приставкой, пуфики и диван. Слушай, у меня есть два вопроса. Во-первых, зачем вам в зале баскетбольное кольцо? А во-вторых, почему в стенах так много дыр? Да, у меня папа очень любит играть в мяч. Он вообще футболист, баскетболист, волейболист. Юху, команда свегов вперед! Ха, я побеждаю. Да, Скайлер, так нечестно! Честно, честно! Да все, блин, Скайлер, иди отсюда! Ха-ха-ха, я победила! Пипл, я нашла мяч и сейчас хочу кинуть его в кольцо. Какие-то у вас стены тонкие. Это, я так понимаю, берлога чела, имени которого никто не знает. О, какая-то награда. Ой, да ну нафиг, она тоже какая-то хрупкая. Еще лопнет, как их стена треснула. Кругом мячи и мягкие пуфики. Кровать без лестницы, и чел, имени которого никто не знает, сказал, что он спит иногда наверху, иногда внизу. Это зависит от его настроения. Опа, я скейт нашла. Слушайте, ну я думаю, никто не заметит, да? Здесь у нас опять это прекрасное окно и стол, за которым стоит мощный компьютер за 100к. На этом мой рум-тур закончен, потому что меня уже выгоняют из хаты. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. А еще можете подписаться на мой инстаграм. Ссылка в описании. А еще можете написать комментарий под этим видео. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока. Скайлер, иди уже отсюда.